Здравствуйте, особенно у Курбота. И да, я босс Манфиш, и я знаю, что я американец, который умеет хорошо говорить по-русски. Я надеюсь, что эта видеозапись заставит вас понять, что я прав. Я сегодня зол, потому что я услышал новости про этот Да, я говорю про организацию у Курбота. Итак, Манфиш, сотрудник Эда, сказал, что организация у Курбота – это украинская организация, которая дает отбор. Русской компании Манфиш и Егора, и это вся информация. Что ж, вот это... Так, теперь посмотрим на Бадалача. В видеозаписях было сказано, что я делаю легкое взаимодействие с жестоким обращением к ботам, людям и животным. Эта запись была сделана в 2023 году. В 2023 году?! Это было год назад. Вау, вот это сюрприз. И то, что я прочитал, это хорошо. Но, конечно же, нет. Я имею в виду, вы действительно хотите сказать, что вы верите в то, что игра Atomic Heart действительно является настоящим инструментом пропаганды? Что такого, что эта игра рассказывает про альтернативный Советский Союз в 1955-м? Да, «Атомные сердца» рассказывает про другой СССР. Но это не отменяет факт того, что я рад, что Советский Союз развалился. Что же, я надеюсь, что вам понравилось видео. И я надеюсь, что я у Курбота. И отче больше никогда не увижу. Что ж, пока навсегда. Да, отце у тебе оповіді. Але давай перейдемо до справ. Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Ви зрозуміли, що ми праві щодо Манфіш. Тепер поговоримо про тебе. Так, саме про тебе, Річард Левелорд Геррі. Ти пам'ятаєш, як ти створив гру Atomic Heart? Це привело до того, що ти зрадив Сполучені Штати Америки і переїхав до Російської Федерації. Тобі начхати на своїх робітників. Ніхто не буде оплакувати твою смерть. Ти спрашиваєш... Як ти здохнеш, ти станеш обідом для тварин.